Яркими цветами переливается манеж универсального спорткомплекса Подмосковья. Декорации, сцены и множество зрителей. Все говорит о том, что празднование Дня Щелковского района и города Щелково в разгаре. Традиционный концерт обещает массу приятных сюрпризов. Я поздравляю всех самых активных жителей, которые сегодня пришли на этот концерт с Днем Щелковского района и города Щелково. Хотелось бы пожелать процветания нашему любимому городу и чтобы каждый житель чувствовал себя уютно и комфортно в нашем городе. Настроение прекрасное. Город Щелково – это настоящий центр цветающей молодежи, где будет очень красиво, весело и культурно. И поэтому я горжусь своим городом, я его очень люблю. Музыка громче, гостей все больше. День рождения родного края – особенный праздник для каждого. Отметить столь важное событие в жизни малой родины в пятницу пришли сотни людей. На трибунах манежа универсального спорткомплекса Подмосковья практически не было свободных мест. В этом году традиционный концерт организаторы решили перенести под крышу, опасаясь капризов погоды. Однако на настроение гостей это никак не повлияло. Отличным настроением ждем от праздника. Как всегда, веселый праздник, замечательно. Дети каждый год ходят сюда. 5 лет подряд уже мы не пропускаем. Красной нитью через вечерний концерт прошли русские мотивы. Импровизированная сцена манежа расцветала яркими красками и замысловатыми узорами. Русская история и культура, национальное богатство. Район, которому есть чем гордиться. День города – это не только повод для праздника, но и своеобразное подведение итогов. Сделано немало. Это строительство новых детских садов, благоустройство. Только в этом году будет до конца выполнено благоустройство 59 дворов во всем районе. Это новые дороги, новые современные улицы, мира, добра, благополучия и счастья в нашем общем доме в Щелковском муниципальном районе. Будем работать так, чтобы земля наша становилась все более и более красивой, чтобы дети наши были более и более счастливыми, а внуки еще больше. Для этого мы живем и будем жить. С праздником вас! Добра вам, здоровья, успехов, счастья, благополучия и веры в то, что эти перемены только к лучшему. Достижение муниципалитета – это результат работы его жителей. Годы напролет на благо малой родины трудятся тысячи людей. На сцене участвовали те, кто проявил себя наиболее ярко. Звание «Почетный гражданин» Щелковского района присвоили Марине Попович, чьи заслуги не только перед Щелковской землей, но и всей страной сложно переоценить. Военная летчица-испытатель первого класса. Именно она, первая из женщин-летчиков-испытателей, преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что получила прозвище «Мадам Миг». Установила 102 мировых рекорда, освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. Мы здесь прописаны, мы здесь живем, очень любим, к нам самые теплые отношения. Узнают, на улице узнают, приветствуют, знаете, как интересно. Знаком отличия за заслуги перед Щелковским районом наградили Владимира Демина, первого заместителя генерального директора Щелково «Агрохим», и Нину Иванову, ветерана труда, заслуженного работника ЖКХ Московской области. Я очень люблю город, очень люблю щелковчан. И говорю, что дай бог, чтобы все так и любили его. Праздничные концерты прошли и в Щелковских дворцах культуры. Районные власти наградили и поблагодарили тех, кто посвятил свою жизнь работе на благо Щелковского края. Радовали гостей праздника своими номерами и творческие коллективы района. Их заслуги видны невооруженным глазом сегодня, а то, что будет завтра, зависит уже от нас. 18 сентября состоится единый день голосования, и жителям Щелковского района предстоит выбрать будущее для своей страны и для Московской области. В рамках фестиваля «Подмосковье выбирает» Щелковский район принял эстафету акции «Я иду на выборы» и передал символический бюллетень городскому округу Фрязино. Очень хорошо. Спасибо вам, милые дамы. Я думаю, что все произошло, как должно было произойти. И, пожалуй, так красиво про выборы не рассказывал еще никто. Языком музыки и песка, движениями рук на сцене создавалась невероятная картина. Лейтмотивом сотворенной художницей истории стала мысль о том, что каждая галка в бюллетене может стать решающей. Что город
Город Щелково и Щелковский район год от года становятся краше. Сошлись все – и делегации из городов и районов побратимов, и другие почетные гости. Мне выпала, наверное, самая простая и самая сложная, очень почетная миссия – зачитать поздравления губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. От всей души желаю вам успеха в работе, осуществления всех планов и надежд, счастья и благополучия в каждом доме, мира и добра. Желаю вам голубого спокойного неба над головами. Поэтому берегите себя, берегите своих родных и близких. Пускай все будет хорошо. С праздником! Самое главное, какие люди здесь работали, какие работают, сколько планов сделано, сколько еще впереди. Удачи вам в осуществлении этих планов. Пусть будет мир и добро в Щелковском районе. Доброго здоровья, в семьях благополучия. И самое главное, всем нам мирного неба над головой. Остальное мы сделаем. С праздником, с Днем города и района! Однозначно главным украшением вечера стали звезды российской эстрады. Поздравить жителей с днем рождения родного края приехали группа «После 11» Ренат Ибрагимов, Лариса Долина. Публика встречала гостей праздника овациями и подпевала артистам. Дарья Заснегова, Сергей Василевский, Марина Позднякова, телерадиокомпания «Щелково».